Отцом. Рождественской ночью усталый мир спал. Никто младенца рожденным не знал, и лишь пастухи, слыша ангельский хор, с молитвою подняли к небу свой взор. Для матери сын был и дорог, и мил, дитя на руках. О, счастливейший миг! Нет женщины в мире счастливее ее. Она на руках держит счастье свое. А тот, кто в объятиях нежных затих, вселенную держит в ручонках своих. Какого ребенка встречала земля на тихих ночных вифлеемских полях? Была колыбель его очень простой, а лик неземною сиял красотой. Божественный свет отражался в очах, хотя мальчик в скромных лежал в пеленах. С любовью Мария на сына глядит, склонилась над ним. Ах, как сладко он спит! И матери трудно представить час тот, когда ей оружие душу пройдет. Ни в чем не повинного, чистого мать должна будет грешному миру отдать. И в мальчике этом, пришедшем с небес, наш Бог и Спаситель, Творец всех чудес, великий и вечный, всесильный Господь. Он принял людскую, обычную плоть, по виду он стал как простой человек, а славу свою при рождении отверг. Обычным ребенком родился и рос, пришедший к нам с неба великий Христос. Пришел он, во всем уподобившись нам, пришел и сказал: «Я покой людям дам». Пришел, чтобы взять на себя нашу боль. Пришел доказать нам, что Бог есть любовь. Родился, чтоб крестные муки принять. Родился, чтоб нам принести благодать. Простой и доступный, он тот же теперь. И к людям стучится в закрытую дверь. И тот, кто захочет ему отворить, с Иисусом вдвоем будет радостно жить. На всем белом свете нет друга верней. Ты хочешь стать сыном царя всех царей? Склонись перед ним, он рожден для тебя, и руки Иисуса –